Итак, друзья, вот такая вот чуть помятенькая коробочка, но на содержимом это не отразилось. Доставили буквально за 5-6 дней. В комплекте инструкция. Что удивительно, на чистом русском языке. Сам робот-пылесос для мытья окон, пульт управления без батареек, зарядное устройство и 5 пар тряпочек моющих. Значит, суть устройства проста. Это вот такой вот гигантский пылесос со встроенным аккумулятором, на который надеваются вот сюда вот кольцеобразные такие тряпочки. Включается он, присасывается к окну и начинает ездить вправо-влево, вверх-вниз. Значит, внутри из органов управления на нем только кнопка включения и разъем для зарядки. Внутренний аккумулятор нужен только для того, чтобы при отключении электропитания от сети он не отвалился от стекла. То есть этого аккумулятора хватает, ну, буквально подать сигнал тревоги и может еще там минуту-две подождать хозяина, чтобы он его выключил. Так что на аккумулятор не надейтесь. Надейтесь вот на этот шнур, который идет в комплекте. Он уже привязан к роботу. Достаточно длинный. На конце вот такой вот карабинчик. То есть вполне реально зацепить за штору или за раму там. Ну, в общем, придумайте сами, за что цеплять, чтобы он не упал и не разбился. И что самое главное, чтобы у вас не возникло проблем никаких и ненужных вопросов при первом включении, внимательно, пожалуйста, прочитайте инструкцию. Здесь все подробно написано. Он может останавливаться во время мытья, но вы должны четко понимать, что значат эти остановки. Ничего страшного здесь не происходит. Так что очень внимательно ознакомьтесь с документами, которые придут к вам вместе с роботом. Здесь все есть сигналы тревоги, способы устранения. Здесь все есть. Даже в конце вот есть вопросы-ответы, вот такие вот небольшие. А теперь давайте посмотрим, как он моет, послушаем, какой звук издает. Ну, просто понаблюдаем. Так, ну и самое главное, о чем хочу предупредить вас, чтобы не было неприятностей потом. Перед тем, как использовать робот-пылесос, обязательно поставьте его на зарядку, чтобы внутренний страховочный аккумулятор был полностью заряжен. Иначе могут быть проблемы. Не дай бог, пропадет контакт с питанием или отключат электричество. И если внутренний аккумулятор будет разряжен, то робот просто упадет и может повредить себя или что-то из того, на что упадет он. Вот такое изобретение китайское. Робот-пылесос для мытья окон. Поставляется со страховочной веревочкой, чтобы подвязывать. С зарядным устройством. Снизу вот такие вот у него колесики, точнее диски, на которые надеваются тряпочки для мытья. Вот так вот надеваются тряпочки.
Пару раз брызгаем на тряпочки. Включаем аппарат. Он выходит на обороты. Прислоняем к окну и отпускаем. На пульте нажимаем направление мытья. И аппарат начинает мыть окно. Вот, он пошел. Сейчас покажу снаружи. Это окно балконное. Не видно отражение солнца. Вот так вот он определяет вначале габариты окна параном, а дальше пойдет мыть все окно. Что-то встал. Продолжаем. Сейчас запустим его кнопочкой вверх. Пускай теперь вверх идет. Вот такой чистый хлеб, если у него остается. Теперь моем окно с другой стороны. Вот включаем. Аппарат выходит на заданный режим. Примагничиваем в уголок его. Вот так вот. Вот он присосался. И даем команду мыть. Вот пульт. Вот. Даем ему команду мыть вот в ту сторону. Все. Робот пошел работать. А я заношу камеру в комнату, выставляю ее так, чтобы было видно все окно, и предоставляю вам возможность просто посмотреть процесс мойки вот всего вот такого окна. Естественно, в ускоренном варианте, потому что в замедленном смотреть это очень долго. Скорость я увеличил ровно в 2 раза. Так что приятного просмотра. И прошу учесть, что со звуком я не игрался, не регулировал, не убавлял, не прибавлял. Именно вот так вот все слышно в комнате во время работы робота-пылесоса.
Ну вот, друзья, помывка подходит к концу. Сейчас мы услышим завершающие три зеленых свистка, и на этом наша помывка окна закончится. Ну и еще маленький кусочек видео с полностью включенным звуком, чтобы вы могли оценить уровень шума, который создает этот робот-пылесос. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.